Приветствую. Сниму непрямым эфиром, просто видео быстро. Итак, звездные семьи, звездные души — это души, которые спущены отсюда с других планет. Воплощения были на других планетах. Если души-близнецы из двух разных планет, будут конфликты, возможно, даже люди разойдутся, но будут страдать, потому что связь настолько плотная, что очень тяжело таким. Значит, дальше видео краткое, сразу говорю. Они не будут являться родственными душами. Родственные души — это кто с одной планеты были спущены. Вам иногда вот кажется, там на работе даже какие-то коллеги, приятели, друзья, вот они могут быть родственными душами, но не души-близнецы. Это те, кто как бы ваши соратники, и с кем ваши вот даже цели здесь в этом воплощении, и какие-то ценности, то есть здесь на Земле будут совпадать. А вот у душ-близнецов, если с разных планет, вообще ценности могут и быть разными, не совпадать. И из-за этого очень много терпения нужно таким. Дальше. Души-близнецы – это те, кто сюда посланы для того, чтобы соединиться мужчина с женщиной. И когда происходит у них уже отношения, то есть именно раскрутка вот этих, вот этой любви, если они уже достаточное время вместе, может даже с самого начала так произойти, они уже вдвоем, их энергия у каждого очень мощная, но она усиливается, если, конечно, они смогут выдержать, и они уже меняют вместе здесь реальность и других людей, и свою, потому что вместе энергия у них усиливается в 100-кратно, ну, прям в 100 раз, может даже в 1000. Вот такое мнение существует, что когда звездные души все вернутся обратно, то якобы даже вот если души-близнецы с разных планет, то есть тут могут воссоединиться, могут быть вместе. У каждой, значит, звездной души из своей звездной семьи, вы еще звездной семьи будете встречать. В основном и дети рождаются такие же. Очень тяжело, самое главное, когда звездная душа пришла вот в такую семью спящих, и там очень сложно ребенку. Если жена проснулась первая, не спящая, или муж, это проще гораздо. Женщина не обязательно будет больше денег получать, если она именно звездная душа, да, и первая проснулась, но весь поток энергии, вот этот вот денежный, материальный, будет идти через нее, в эту семью все равно, то есть через ее мощную энергию мужчина будет зарабатывать. Ну, если мужчина, то он и духовно осознанный, и материально будет очень много зарабатывать, если вот именно он первый проснулся, звездная такая душа. Вот все кратко, если что-то отозвалось, что-то почувствовалось, поизучайте, об этом очень много видео, очень интересных видео. Ну, могу назвать. У меня Орион, у мужа Марс, поэтому сами все понимаете, что иногда в нашей паре происходит. Но друг без друга мы не можем. Вот что бы ни происходило, все равно больше там дня, недели друг без друга мы не можем.